Круто. А вот насчет Колодайн, хз. Очень спорно. Бустер 0.85. Чего взяли после перерыва? Зачем? Алло, да, для чего? Да, окей. Он классно себя показывал в ВП. Хорошо. Но у него тогда была связка, кикер-бустер, легендарная связка, которая всегда работала. И он играл под дудку совсем другого капитана с другим плейстайлом. Не знаю, блять. Как по мне, Интер вообще не нужно было убирать.